Екатерина Курганова поет в гармонии 2 года. Девушка давно мечтала выступать в хоре, а когда узнала, что в музыкальной школе Чайковского готовится к грандиозному событию в жизни певцов, всемирным хоровым играм в Сочи, записалась на репетиции. Я слышала об этом сплоченном коллективе, и мне было интересно, любопытно, каково это, когда возле себя 40 девчонок, с которыми ты можешь путешествовать, петь по всему миру, и им это нравится. И тоже захотелось испытать такие же ощущения. Всемирные хоровые игры проходят в 9-й раз. В этом году в Сочи 72 страны представили свои коллективы в номинациях: молодежные, женские, мужские, смешанные, народные и камерные хоры. Самарская гармония завоевала 1-е место в детской категории. Конкуренцию им составили 24 команды. Особенно поволноваться на сцене самарчанок заставили китаянки, итальянки и немки. Соперники были сильнейшие. Мы боялись китайцев, потому что китайцы очень техничные, они очень современные и они в тренде. Мы очень довольны своим результатом, мы к нему шли очень долго и рассчитывали, что он оценится высоко. Всемирные хоровые игры дают возможность показать себя коллективам разной жанровой направленности, от вокальной полифонии джаза до фольклора и духовного песнопения. Самарская гармония готова вновь участвовать в соревнованиях и защитить свой титул лучшего детского хора в мире. Дальнейшие наши планы: через 2 года будут такие игры проходить в Южноафриканской республике. Наша мечта — там поучаствовать. И чтобы нам помогли, чтобы мы долетели туда. Еще один секрет победы гармонии – талисман хора, сын руководителя Екатерины Поповой. Во время награждения Петр от счастья исполнил танец американской поп-звезды Майкла Джексона. По воспоминаниям самарских хористок, весь стадион ревел от восторга. На платформе вокзала Петр станцевал специально и для зрителей телеканала «Самара ГИС». Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.